Всем привет! И в этом выпуске поговорим про пулемет ZBVZ.30. Пулемет собирается по частям. Ну, вы уже знакомы с этим, да, когда в боевом пропуске дают запчасти, детали к нему. И в конце боевого пропуска собирается потом из частей вот такой пулемет, как бы, так скажем. Вот. Давайте же посмотрим на его характеристики. В принципе, достаточно неплохие для среднякового пулемета, да. И так скажем, значит, гаджеты по 1500 будут стоить на него. Давайте мы их сейчас с вами установим. Да, все гаджеты будут стоить по 1500. 5 гаджетов, ну, достаточно немало, да, но сумма небольшая, в принципе, подъемная. Вот, давайте же теперь посмотрим, сколько уйдет на прокачку данного пулемета очков улучшения. Так, значит, 514. Давайте смотреть, поехали. А, ребята, очки улучшения зашли достаточно легко. Ну, так, достаточно быстро залетели, так скажем. Ну, если брать в расчет, я имею в виду по сравнению с другим оружием, если, ну, так, скажем, неплохо зашли. И вот такие вот характеристики. Характеристики, ну, так скажем, неплохие. Показатели неплохие у него. Остается нам только отправиться в бой и посмотреть уже, как же он убивает. И что за такой вот пулемет, который достанется всем, да, он в бесплатном боевом пропуске. И каждый, кто пройдет этот бесплатный боевой пропуск, все этапы, будет иметь данный пулемет. А мы сейчас с вами посмотрим в полном прокаче, как он будет работать. И поймем, стоит ли его качать вообще, так скажем, заморачиваться этим делом. Ну, выглядит солидно, честно говоря. Так интересно держит он его. Такой прицел оригинальный. Такое некое подобие МГ. МГ-34, да? Перезарядочка, как у Тайпа. В принципе, достаточно быстро он скидывает обойму, меняет. Укладывает он тоже неплохо. А вот магазин имеет небольшую емкость, очень маленькую почему-то. Всего лишь 35 патрон. Например, уже, скорее всего, возникнут трудности при выполнении задания, там, мультиубийства, например. Троих можно будет убить, двоих-троих. Дальше уже обязательная перезарядка пойдет. В принципе, он его в руках держит достаточно уверенно.
скорострельности вполне хватает ему, если честно. Такой для варианта, то что на халяву, да, он, грубо говоря, достается вам. В принципе, можно его рассмотреть, да, как пулемет для выполнения контрактов. Но для, как для основного оружия, для основного пулемета я бы не стал бы, наверное, в него вкладываться. Нет, пулемет сам по себе хороший, неплохо он сносит, да, неплохо он убивает. Но то, что у него маленький объем магазин, это, конечно, большой-большой минус. И по запасу патрон, ну, в принципе, по запасу пойдет, да, а вот магазин, конечно, никуда не годится. Чисто пошлепать контракты повыполнять, да, ну, я думаю, он вполне годен будет. Но как основное оружие, да, он, наверное, не вытянет, скорее всего. Хотя пулемет, опять же, так нареканий нету. А что вы хотите? Этот пулемет с бесплатного пропуска, да, боевого. Показывает себя достаточно неплохо. Ну, для среднякового пулемета, да, вполне нормально. Это как в свое время. Помните, Джонсон был. Пулемет Джонсон тоже такой интересный. Ну, вот что-то наподобие. Ну, про Джонсона-то все забыли потом в итоге, в конечном итоге. Так и с этим пулеметом тоже получится. Я не думаю, что он на перспективу, и вы им будете пользоваться. Конечно же, на первое время, если вы его возьмете, вложитесь, вы на нем будете играть, он вам послужит какое-то время, но все равно у вас тяга будет к какому-нибудь топовому, да, пулемету, который за золото там приобрести. Поэтому в любом случае, сколько веревочки не виться, все равно вы придете к тому, что надо менять будет пулемет на более мощный. Вот. Ну, у кого нет проблем, да, с прокачем, кому не так жалко, кто не ставит себе задачу взять топовый пулемет, можно, конечно же, качнуть данную версию пулемета, данный пулемет, вот эту модель, да, и вполне успешно играть. Даже, так скажем, комфортно играть. Вот. Но лично я бы себе бы не рассматривал, например. Я бы копил бы золото бы и уже брал бы более что-нибудь такое существенное. Но опять же, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Поэтому... конечно же, можно приобрести, точнее, собрать этот пулемет, да, и им пользоваться. Вот. Но есть минусы. Минусы в виде маленькой обоймы. Ну и то, что, конечно, это не топчик, понятно, среднячок. Вот. Ну, в общем-то, в принципе, сказал свое мнение. Дальше думайте сами, смотрите, конечно же, выбор за вами. Вот. Ну, а вам, как всегда, хорошего настроения, побольше вам хороших игр, побольше вам побед. Ну, а мы с вами прощаемся, до следующего видео. Все, всем пока!